мне пришлось делать резервные сохранения, чтобы если в случае чего... Да, спасибо. В случае чего перезапускать уровень. А это геморройно, если начнутся опять дефекты, снова проходить, это, конечно, трэш. Будем надеяться, что в этот раз не будет никакой хуйни. Я уже даже забыл, что нам делать. Так. Есть у нас задание. Нам случайно не говорить им, что так и так. Куда вообще нам фигачить? Непонятно. Это туалет Плаксы Миртл. Печальное зрелище. Гарри, бежим! Дорога каждая секунда! Куда бежать? Пока я была жива, вы все отравляли мне жизнь, а теперь вы отравляете мне смерть. Иди в подземелье. Постарайся пробраться в гостиную Слизерина и найти Драко. Чего? В смысле? Что-то я немножко не втираю, что происходит. Зачем нам Драко находить? Что за бред? Я что-то немножко не втираю, что происходит. Смысл. Ну да. Привет, Гарри, поторгуем. Очки потрачены. Стоп. Нам же, по-моему, надо в этот. Зелье варенья. Привет, Гарри, поторгуем? Разве нет? Так, стоп, зелье варенья. Есть. Ах, если бы профессор Локонс вел все уроки. Ха-ха-ха. Так, стоп. Привет, Гарри, поторгуем? В смысле не сюда? Здесь заперто. Подожди, блин, что случилось? Гарри, поторгуем? Я не пойму, зачем драка, если зелья нужны? Что за бред? Вы серьезно? Что поменялось? Этот путь ведет в подземелье. Я поздравляю, а дальше чё? Чего? А где этот Локонс? Нам же вроде зелье делать, чё за бред? Нам реально разве сюда? Чё-то я немножко не втираю, чё происходит. О, здрасте. Так. Ок,
Гермиона по лестнице куда-то ходила, я точно помню. Ладно, значит, валим к лестнице. Ненавижу пауков. От них у меня мурашки по коже. Да, ты права. Это точно. Я тоже их ненавижу. Так. Нет, не сюда. Может, здесь? Нет. Блин. В этих этажах можно затеряться. Реально. А-а-а. Ну пошли, пошли. Умная пиписька. Ну что ж, гриффиндорцы, рад видеть вас на вашем любимом уроке. Прошу вас воздержаться от аплодисментов, пока мы будем изучать Спонгифай. Гарри, мне кажется, тебе не терпится усвоить новые знания. Выйди к доске, и мы с тобой покажем им всем, как надо колдовать. Вот уж повезло, так повезло. Сосредоточься на символе перед собой. Постарайся не отвлекаться даже на меня. Да я вроде не гей. Волшебная палочка, которую ты видишь перед собой, сейчас начнет перемещаться по контуру магического символа. Как только палочка окажется точно над стрелкой, нажми клавишу с такой же стрелкой на клавиатуре. Это упражнение состоит из трех этапов. Чтобы перейти к следующему этапу, ты должен полностью выполнить задание предыдущего. Первый этап начали. Окей. Неплохо, Гарри, неплохо. А теперь следующий этап. 5 баллов Гриффиндору. Второй этап начали. Неплохо, Гарри, неплохо. А теперь следующий этап. 10 баллов Гриффиндору. Третий этап. Начали. Продолжай. Я не должен ни одной пропустить, ё-па-ё. Потрясающе! Неслыханно! Продолжай в том же духе! Не пизди, блядь. Запизделся. Отлично, молодой человек. Ты выполнил упражнение. 15 баллов Гриффиндору. Отлично, Гарри. Ты освоил заклинание Спонгифай. А теперь моя новая разработка. Практикум по заклинанию Спонгифай. Между прочим, скоро он войдет во все учебные программы. Ну, как обычно. Добро пожаловать на практикум, Гарри. Чтобы завершить его, ты должен найти последнюю звезду. Она находится несколькими этажами выше. Постарайся добраться до нее как можно быстрее. Если ты не уложишься в отведенное время, мне придется объявить тебя проигравшим. По пути обязательно собирай звезды. За каждую из них ты получишь дополнительное время, а твой факультет — баллы. Советую тебе отыскать все звезды. Постарайся как можно быстрее найти последнюю звезду. Чем больше времени у тебя останется, тем больше баллов получит твой факультет.
Короче, вы смысл поняли. Йо, бля. Тут что-то меньше времени дают. Плиты, на которые можно воздействовать заклинанием Спонгифай, есть в самых разных уголках Хогвартса. Произнеся заклинание, прыгни на такую плиту, и ты быстро окажешься наверху. Ищи этот символ, чтобы обнаружить спрятанные плиты. Да, поздравляю. Спонгифай. 10 звезд. Чертенята — это злобные мелкие твари с очень острыми зубками. Не подпускай их близко. Кстати, их можно сбивать с ног заклинанием Фритендо, а потом брать и забрасывать в норы. На моих соседей напоминает. Ты чё, сука? Чёрт рогатый. Чё, бля? Или забросил? Черти недобитые. Блин, серьезно. Да уж. Чё? О, сундук, понятно теперь. Давайте, гоу-гоу-гоу, приятели. Так-так-так-так-так-так. Чёрт. Да я не из-за конфеток хотел, блин. Чёрт тебе, подери. Да уж, трындец. Тратит время для такого, вы серьезно? Ладно. Так. Сохраняшка — это хорошо. Ну давайте отсюда и начнем. Я проверю графический артефакт. Все как обычно. В общем, продолжаем. Прохождение Гарика. Ты... Сучара. А куда их? А, вот. Ты чё, сучара, блядь? Вы меня, блядь, бесить начинаете. Чё? Мелкие бомжики. Так, куда отправить? Флиппендо! Сюда? Флиппендо! Рили? Стопэ. Шички. Оу-оу-оу-оу-оу. Я все прекрасно понимаю. Окей. Чего? О, там... Это я... Как бы... Понял. Размножители.
Баню идите. Попариться. Да ёб твою мать, вы серьезно? Иди попарься, нах. Окей. Чего? А смысл? Закрыто же. Чё, блядь? А чё делать-то? А? А, вот-то на чё. Жестко, как секс. Воу. Ну ладно. Так. Ага. А я ж сюда никак не доберусь, ведь так? Как? Это нереально. Ну, имелось в виду почти, но да ладно. Так. Сколько загадок. Я ебал коня. Не, ну почему кидать, это в принципе понятно, я могу понять. Да ё-моё! Где эта скрытая территория? Покажите быстрее, а? Не здесь? А где? А, вот! Ёб твою мать! Тогда понятно.
Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я еще кое-что здесь заметил. Подождите. Звезду. Потом. Ага. Ага. Так, вроде бы отлично. Теперь можно спокойно двигаться вперед. Флиппендо! 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 Давай. Звезда по имени Солнце. Погибай! Что? Подожди, это что, начало было, что ли? Походу, что да. Да нахер иди, жаба! Так, подожди. То есть мы... Да ё-моё! Тупые прыжки. Так, стоп. А, это тупо... Типа это... Подсказочка. Давай, но... Поехали. Интересно. Воу! Так, подожди. Так, вопрос, для чего это все? Типа, чтоб вернуться? Ой-ой-ой, подожди, нет. Не, можно, конечно, попробовать, типа... Типа отсюда потом, чтоб начать. Ну да ладно. Так. Опа-на. Секреточки. А я думал, это... Не, все-таки это обязаловка была. Стоп. А как? А как теперь? Что? А, не сохраняются. Тогда ладно. Вопрос закрыт. Вопрос закрыт. Вопрос закрыт. Оу. Пауканы, пауканы, наши лучшие друзья. Где тут подсказка? Вот и подсказка. Нафиг иди! Мешаешь мне собирательством заниматься, фея тупая. Так. Так,
опять что-то. Рикту Семпра! Рикту Семпра! Ага. Ладно. Займемся собирательством. Чего? Это типа плюшки, что ли? Ладно, будем считать, что это плюшки. Так. В жопу иди, аватар. Ага. То есть перед нами закрыли вход, да? Да сдохни, черепушка. Оу. Эй. А, эта фигня ничего не может. Ну да ладно. Шоколадно. Так, ладно, мы на этом остановимся и отсюда начнем уже в следующий раз. Я думал, мы... Оу! На следующий раз ждет веселье. Ну да лады. Хм. До новых встреч. Ставьте лайки, приглашайте друзей. Всем на связи. Всем удачи. Всем пока.